как правильно, как действительно незатратно и бюджетно может привести себя в порядок. Секреты правильной экономии на свадьбе невестам раскрыли профессионалы – флористы, парикмахеры, визажисты. О том, как выглядеть дорого и тратить по минимуму, рассказали в рамках семинара. Невеста может сэкономить на том, что услугу визажиста всегда входит коррекция бровей, а также можно сделать накладные реснички. Это тоже входит всегда в стоимость макияжа. Очень удобно. Главной темой семинара стал вполне актуальный ныне вопрос – как организовать красивую свадьбу в кризис? Этим, как показывает практика, сейчас задаются немало будущих молодоженов. Как можно сэкономить на организации свадьбы? Как можно сэкономить на подготовке собственного образа? Как, в принципе, можно выгодно составить бюджет для свадьбы? На семинаре выступили фотографы, стилисты, дизайнеры и координаторы свадеб. О том, как экономить с умом, они проверили на собственном опыте. В том году организовывая собственную свадьбу, в пик этого кризиса, в пик доллара, когда он скакал так, что мы даже не знали, что будет на следующий день, мы поняли, что действительно приходится искать пути экономии. И мы их искали. Наша свадьба получилась хорошей, но при этом достаточно бюджетной. По словам же руководителя ЗАГСа, с кризисом в Орле свадеб меньше не стало. Даже наоборот, минувший год по регистрации побил рекорды 2014-го. Не испугал влюбленной пары и текущий високосный год. Есть дни, которые уже даже и забиты. И июль, и август. Все больше становится и тех пар, которые следуют западной моде. Молодым регистраторы брака пожелали не только любить по-русски, но и праздновать. Причем в прямом смысле этого слова. Мы же в России живем. У нас очень хорошие свои традиции. Почему бы нам не сделать какую-нибудь вообще стилизованную свадьбу в русских народных одеждах? Фольклорную какую-то свадьбу. Это, кстати, вот размышление нашим свадебным агентством. Свадебный семинар собрал около 30 пар. Возможность получить порцию полезных советов у будущих молодоженов будет уже в ближайшее время. В мае свадебные организаторы планируют рассказать о модных тенденциях. Ксения Туркова, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».